Единственный способ навсегда закрыть все врата Обливиона — зажечь драконьи огни в храме Единого. И наша единственная надежда — вернуть амулет королей, которым завладел Манкар Камаран. В молодости я, как и многие другие ученики, был недоволен запретами гильдии магов. Мы с головой погрузились в разгадку тайн дейдрической магии. Мы жаждали запретных знаний. Нашими богами были знания и сила. Об остальном ты можешь догадаться. Мы зашли слишком далеко. Погибли люди. Погибли мои друзья. Эти дни остались для меня позади. Но горькая мудрость, берущая начало в глупости, имеет свою цену. У меня есть все необходимое для ритуала, чтобы использовать Заркса для открытия портала в рай Камарана. Помни, портал закроется за тобой, поэтому тебе нужно сразу взять с собой все необходимое. Прощай, друг мой. Пристаешь ко мне. Уходи. Поздравляю с победой. Признаться, я думал, твой план приведет нас к катастрофе, но тебе удалось спасти Бруму. И я не забуду этого. Так. Хватит болтать. Довольно. Для меня было честью вновь сражаться вместе с тобой. Пусть твой меч. Как только ты отдохнешь и подберешь себе необходимое снаряжение, Мартин должен открыть для тебя портал в рай Камарана. Нельзя давать врагу шанс оправиться от поражения. Пусть твое сердце будет искренним, а глаза открытыми.
is there? No one who would stand for the Nine? Cut me twice he was. Peladon the Great. Пусть тени надежно укрывают тебя, дружище вор. Будь внимательнее, и ты сможешь многому научиться. Тебе нужно многому научиться. Так, посмотрим, можно ли тебя чему-нибудь научить. Да укроет тебя тень. Стой! Жаль. От тебя веет сила. У меня все готово для ритуала. Я открою портал, когда ты закончишь свои приготовления. Я не знаю, с чем тебе придется встретиться в раю Камарана. Я создам портал с помощью ритуала из Мистериума. Мне совершенно ясно, что портал за тобой закроется. Тебе придется искать другой путь назад. Мне представляется, что Манкар Камаран служит якорем рая, так же, как сигельские камни служат якорями, удерживающими врата Обливиона. Убей Манкара Камарана, и ты разрушишь его рай. Мне открывать портал в рай? Твои приготовления закончены? До свидания, друг мой. Наша судьба в твоих руках. Возвращайся с амулетом королей. Приготовься!
У нас есть только один шанс. Используй портал в рай Камарана, пока он не закрылся. Что ж, наконец-то явился прихвостень Септима. Тебе ведь не приходило в голову, что ты сможешь застать меня врасплох здесь, не так ли? В раю, который я создал. Перед тобой мой рай. Гайар-Алата на древнем языке. Видение прошлого и будущего. Посмотри на дикий сад. Здесь мои последователи готовятся к своему великому предназначению. Править Тамриэлем Возрожденным. Если действительно судьба избрала тебя, а я надеюсь, так дело и обстоит, этот сад не задержит тебя надолго. Теперь взгляни наверх и увидишь Карак Агайлор, мой трон на вершине рая. Я буду ждать тебя там. Ты тут, чтобы положить конец этому кошмару и освободить нас из дикого сада? Гайар-Алата. Имя, данное мастером этому месту. Мы же обычно зовем его просто Рай. Это дикий сад. На вершине этой горы находится терраса рассвета, ведущая к дворцу Манкара Камарана.
Карак Агайалору. У подножья горы находится запретный грот, единственный выход из дикого сада. Все, кто находится здесь, погибли, служа нашему мастеру. Как и обещал мастер, мы стали бессмертными, как Дейдра. Наша жизнь тут кошмарна. Твари, обитающие в саду, терзают нас. После того, как они убивают нас, мы вскоре возрождаемся, и все начинается сначала. Никому еще не удалось найти выход из сада, за исключением тех немногих, кому выдали наручи избранных. Им было дозволено войти в запретный грот. Это единственный выход из дикого сада. Только те, кто носит наручи избранных, могут войти в запретный грот. Но они никогда не возвращаются, и мы не знаем, какая судьба ожидает их. Только тот, кто носит эти наручи, может войти в запретный грот. Тот, кто вошел в этот грот, никогда не возвращается. Оставь меня в покое. Так тебе, наконец, удалось найти дорогу в Гайяр-Алату. Как будто у нас без тебя тут проблем не хватало. Оставь нас в покое. Твой враг — Манкар Камаран, а не мы, несчастные глупцы. Оставь меня в покое.
тобой уничтожена Сигильская башня в Ганона. Родичи мои говорят, что ты достойный боец. Наш клан разграбил ваш город Квач. Нетрудная задача даже для скампов. Но быстрота ответного удара заслужила тебе уважение среди моего народа. Мы не ожидали, что смертный может действовать так мужественно и решительно. Мне не зазорно разговаривать с тобой. Ты говоришь открыто, как будто ты из моего народа. Я рад, что не убил тебя сразу. Из этого сада есть только один выход. Я сторожу этот путь. Ты пойдешь по этому пути, и это дарует мне честь убить тебя. Но из-за тебя мой род познал позор в Ганона. Заставить тебя служить мне — это также принесет мне честь. Я предлагаю тебе сделать выбор. Ты хочешь сразиться со мной в бою? Или хочешь служить мне? Не знал, что среди смертных встречаются такие дерзкие. Я не говорил, что буду отвечать на твои вопросы. Твой разум следует по простейшему пути. Это выбор животного. Но у тебя, по крайней мере, есть мужество. Ты проиграешь, смертный, и чем ты станешь? Прахом, ничем. Дрожи. Ясно, дай мне. Как мало ты понимаешь, ты не можешь остановить лорда Дагона. За времени первого утра княжества, словно драгоценные каменья сверкают на черных просторах Обливио. Многочисленны их имена и имена их владык. Холодная гавань Меридии, трясина Периайта, 10 лунных теней Мефалы и красота рассвета. Княжество Лорхана, ошибочно называемое Темриэлем, обманутыми смертными. Да, теперь ты понимаешь. Тамриэль — это всего лишь еще одна дейдрическая область Обливиона, давно потерянная для своего принца, преданного теми, кто служил ему. Лорд Дагон не может захватить Тамриэль, принадлежащий ему по праву рождения.
Он идет, чтобы освободить захваченные земли.
новости из Тамриэля. Говорят, война идет плохо. Сюда прибыло много новеньких погибших во время падения Великих Врат. Это не имеет значения. Лорд Дагон скоро будет здесь. Что тебе нужно, смертный? Оставь меня в покое. Пожалуйста, не дайте Анаксису вырваться на свободу. Он мучает нас днем и ночью. Что тебе нужно, смертный? Оставь меня в покое! Нет! Убирайся оттуда! Если бы я только... Что тебе нужно, смертный? Оставь меня в покое. Ты недавно в Гайар-Алате, да? Arrgh! Huh!